Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как снимать видео в 4К на устройстве Google Pixel 5. Итак, открываем приложение «Фото», камера. Переключаемся в режим «Видео». Спускаем шторку быстрого доступа. И здесь у нас есть Full HD, либо же 4К, 30 FPS, либо же 60 FPS. Если у нас Full HD, то есть еще автоматически, но автоматическим вообще нельзя пользоваться, это просто обман. Пользуемся только 4К и 60 FPS, если хотим максимальное качество, но с другой стороны это слишком много места занимает и немного подлагивает. Поэтому я рекомендую использовать, лично для меня идеальная связка это Full HD 60 кадров в секунду. Так, и телефон сильно не напрягается, и, собственно, прекрасная картинка получается. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было для вас полезным, ведь не раз еще нам придется с вами встречаться на просторах русского YouTube. А на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч. До свидания.